Занавес закрывается, а вместе с ним и театральный сезон. Сегодня вечером свой 22-й культурный год завершит ангажемент. Он последний из всех коллективов области, уходит на каникулы. И как ярко! На сцене Зойкина квартира – это одна из лучших премьер прошедшего сезона. Пьесу Булгакова стилизовали под черно-белое немое кино. И это крайне необычно. Как правило, драматурги делают спектакль по этому произведению очень пестрым, ведь действие происходит в публичном доме. Здесь же без ярких красок удалось передать антураж распутной квартиры, которая из дневного ателье превращается в место встречи чиновников и предпринимателей с красотками-швеями. Попей кваску, разгони тоску. Вот где уж точно грустить не придется, так это в Юлторовском остроге. Там в субботу пройдет квасной пир на весь мир. Юлторовчане и гости города смогут продегустировать десятки видов этого хлебного напитка. Можно будет не только испить кваску, но и развлечься с истинным русским размахом. На территории острога пройдут многочисленные конкурсы и игры. В избе домовенок Кузя обучит играть на домашней утвари, а мастерицы на улице плести пояса и рисовать цветным песком. Яркое солнце, теплый июльский день, погода так и шепчет, пора на пикник. А что, если компанию вам составят художники, фотографы и другая творческая интеллигенция, а угощение приготовят шеф-повара из ресторанов? В это воскресенье прямо в центре города, во дворе дома Буркова, пройдет 4-й общегородской пикник. Угощать будут пахлавой, грузинским лимонадом и хачапури. Музыкальное настроение создадут творческие коллективы города. А развлекут арт-экспериментами дизайнеры, фотографы и художники. Помимо этого, здесь же можно будет прикупить стильные платья и посмотреть на инсталляции современного искусства. Правда, цена за такой пикник, не сказать, чтобы совсем маленькая – 900 рублей. Но в эту сумму входят почти все угощения и развлечения. Вот еще один способ провести выходные и ярко завершить уикенд – джазовый концерт на фабрике. Здесь одно из помещений переделали в арт-пространство, где сегодня проходят необычные вечеринки. В воскресенье в фабрик-баре устроит концерт группа «Джаз Стрит». Компанию им составит специальный гость – кубинец Карлос Родригес. Он сыграет на ударных, гостей ждет много латины, фьюжн и поп-музыки. На этом у меня все. Ярких и насыщенных вам впечатлений в предстоящий уикенд. Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время.